Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчиков моего канала на YouTube. Целевой аудиторией моих видеороликов эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой касты. Только лишь брахманы могут понять глубинный смысл моих эзотерических лекций и тех моих видеороликов, в которых мы рассматриваем те или иные аспекты процессов, происходящих на тонких планах. В этой связи нужно постоянно расширять круг терминов, постулатов, аксиом и понятий касательно сферы эзотерики. И мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. И этих терминов великое множество. Поэтому их надо как-то группировать и собирать по какому-нибудь критерию. Самый простой способ, самый простой критерий – это алфавитный принцип. И, естественно, есть термин на букву F. Фа, да? И, естественно, раз есть такие термины на букву F среди терминов восточной эзотерики, то нужно создать плейлист терминов восточной эзотерики на букву F. И, несомненно, он будет создан. На этом до свидания, до новых встреч.